Доброго времени суток. Заехала в гости вот такая машинка PSIM. У нее проблемка тут с передней дверью. На ветру открылась дверь. И вот такой дефект получился. Вот он еще зарубчик мы видим. Вот это надо будет сделать. Естественно, постараться без покраски. Ну а для того, чтобы там посмотреть, что мешает, что не мешает, надо будет разобрать дверь, снять ее и поправить на стапеле. Разбирается дверка следующим образом. Значит, здесь есть вот здесь саморез, все под торч. Здесь, и один еще у нас вот снизу. Вот она дверь крупным планом. И вот в этом месте саморез. Остальное все на клипсах. Сейчас я поподробнее покажу, как это все делается. Для разборки нам понадобится вот такая насадочка на 20 граничек. Можно взять либо вот такой инструмент, либо шуруповерт, кому что больше нравится. И лопаточки. Ну, естественно, наши руки. Вот она наша дверь, будем снимать вот эти накладки. Одна накладка, вторая, и здесь откручивать. Значит, вот здесь внизу есть место, куда можно подлезть нашей лопаточкой пластиковой. Вот так ставим, она легко выщелкивается. Вот такие зубчики снизу и защелочка сверху. Вот она, первое место. Вторая накладка, я ее обычно вот так снимаю, как раз отщелкнул и выводим. Вот в этом месте удобно подлез рукой, вот так щелк ее на себя. Здесь вот они, пазы, выходят. И потом так мы ее выводим. Вот она, вторая накладочка. Вот она, второе место, что мы будем выключать. Вот здесь в углублении находится такая, как резиновая ванночка. Ванночка, Audi расписано. Здесь еще одно место. И третье место, как я уже говорил, вот он. Все, больше тут откручивать пока нечего. Берем, выкручиваем и смотрим, что дальше. Поехали. Тем удобна видеосъемка, особенно когда первый раз разбираешь. Вот, допустим, здесь вот он черненький, здесь такой, чтобы не перепутать, уже потом можно видео отмотал назад или в начало, посмотрел и все, никаких проблем. И видишь и знаешь, что где должно стоять. Это идея, я решил немножко поговорить на камеру. Перед этим вот было видео предыдущее, я его снял, нашел тут видеоредактор, и он мне накосорезил, наснимал то ли широкоформатно, то ли еще чего-то, я так и не понял, поэтому решил уже эту дверку я
собрал и разбираю специально для вас. Чтобы всем все было видно. Так, выкручиваем здесь. Выкручиваем вот здесь. Так. И сейчас я выкручу болтушочки и покажу, что дальше. Все выкрутилось. Как мы видим, вот эти три одинаковые. Поэтому тут особо ничего не перепутаешь. А вот этот у нас находится вот здесь. Теперь надо снимать обшивку, которая у нас на клипсах. Ну, опять же, берем, поддеваем. Я не знаю, у кого как. Мне нравится вот с такого угла брать и потихонечку. Потихонечку, помаленечку отщелкивать. Но, к сожалению, снимать и работать не получается. Я потом сниму, когда обшивочка отойдет. Вот обшивочку снял я с клипс. Поднимается, снимается все это четко вверх. Сейчас я сниму, поскольку я один все это делаю. Вот здесь у нас привод ручки открывания дверей. Снимаем мы. И второй момент. Вот на электронном блоке. Вот отсоединяем разъем электропривода, теплоподъемников, блокировок, ну и так далее. Здесь применили вот такое решение. Все просто. Продеваем лужку и вот здесь вот нажимаем, оно фиксируется, или выводим. Здесь с электроразъемом тоже все достаточно просто. Нажимаем вот на этот выступ. Вот таким образом он выходит из гнезда. Вот наша дверка уже без обшивки. Продолжаем разбирать. Вот еще раз показываю. Такой крючочек заходит здесь. Это что у нас здесь? Здесь у нас два места, через которые можно как-то хоть залезть в дверь. Вот здесь вот это снимается тоже легко и просто. Отщелкивается. Вот здесь такие как стрелочки есть, мы видим. На них такие как выступы, шипы. В сторону. Вот у нас появился доступ. Вон там мы видим усилитель. Вот. И поскольку наша зона ремонта будет здесь, нам надо будет демонтировать динамик. Отключить надо. Сжимаем вот эти усики и достаем разъем. Все просто. Здесь тот же самый торч. Вот они, саморезы такие со шляпками. Чтобы снять динамик, не все так просто. Здесь он. Сейчас попытаюсь снять. Вот на таком герметике. Сейчас холодно, машинка с холода. Вот, придется его, так сказать, немножечко прогреть феном, чтобы это все снялось. Потому что ломать ничего не надо. Сейчас прогреем феном и все это отойдет. Герметик держит довольно-таки хорошо. Вот.
Я прогрел, и все отошло. Вот он у нас специально обученный фен. Все, можно снимать динамичек. Вот он этот герметик. Какой он прозрачный. Вот, добрались мы наконец-то до внутрянки двери. Что мы тут видим? Вот примерно на этом уровне петли тут идет усилитель. И выходит он у нас вот туда, практически вот сюда вниз двери. Вот, надеюсь, что вот он тут торч у нас тоже есть. Что этот усилитель, который внутри, как раз у нас здесь зона ремонта будет, что он тут прикручен не зря, и его можно будет снять. Это будет очень хорошо. Так, вот она заглушечка. То же самое. 12-гранные торчи здесь. Сейчас попытаемся открутить этот вот такую железку, усилитель, чтобы был доступ к зоне ремонта. Чтобы все это открутить, пришлось мне специально, ну и в данном случае этот набор покупался из-за Volkswagen. Вот. Снимал тоже, разбирал дверь. Здесь ограничители дверей не такие. Там такой, который на стойку прикручивается. Все, снял, разобрал, все хорошо. А, это была задняя дверь, как сейчас помню. И вот такой вот ограничитель двери. Здесь один болтушочек вот так был. И что вы думаете? Он как раз оказался вот под вот этот ключик. Здесь то же самое. Вот такие вот у нас головочки. Специально обученные. Сейчас будем пробовать снимать. Вот раз. Вот два. И вот три. Надеюсь, что повезет. И удастся его оттуда демонтировать. Один выкрутили. Вот он такой. Второй у нас вот здесь стоял. И вот он третий. Прямо его выкручиваем. И сейчас будет какой-то сюрприз. То ли будет сниматься, то ли не будет. Я еще сам не знаю. Просто я этого никогда не делал. Поэтому не знаю. Здесь вот такой вот длинный у нас. Снимаем вот резиночку, отодвигаем, чтобы было побольше доступа. Вот, ну что, тут небольшой сюрприз. Усилитель-то я открутил, конечно. Теперь вот надо подумать, как его оттуда достать. Надо будет решить головоломку. В конце концов, уже какой-то доступ к нашей зоне ремонта появляется. Вот. Но как вот эту железяку отсюда достать, это еще надо додуматься. Ну, уже хотя бы спасибо за то, что хотя бы можно сюда как-то подлезть. Мало того, что неудобно, как всегда это бывает. Тут еще наклеена вот такая вот шумоизоляция или виброизоляция. Но дело в том, что она очень упертая. Кто с ней сталкивался, знает, что это такое. Ее только греть феном и потихоньку отковыривать. Так, ну а нам надо идти дальше. Дальше это значит надо снимать дверь, вот, и начинать ее править потихоньку. Для этого нам придется сделать что? Снять электроразъем, снять вот здесь с петель, либо открутить вот здесь.
болтушочки. Наверху на верхней петле один, на нижней два. И оказалось, что несмотря на то, что на нижней два болта, тут петля такая серьезная, она нам как раз дело и наделала. Продолжаем. Ехали дальше. Снимаем электроразъем. Здесь вот такие. Стрелочек у нас. Вот пропустил, значит, что тут получилось? Вот оно гнездо стоит у нас. Здесь вот такая нажималочка. Ее нажимаешь и вынимаешь. Сейчас покажу. Вот этот разъемчик наш. Вот на вот это место. Сейчас еще раз, я извиняюсь. Вот сюда. Это место надо надавить. И выходит вот очень плотно, очень противно. Вот такой вот усик надо нажать, и все выходит. Вот такая вот машинка без дверей получилась. Ну что, теперь на стенд и править. С разборкой как бы все, финиш.